Друзья, всем привет, вы на канале G-Game, с вами Жек. Так, продолжаем проходить новый ивент. Смотреть, что к чему и почему. Сейчас я собираю запчасти. Точнее, все, что необходимо. Так, наверное, кожу мы выбросим, да? Короче, семена пособираем. Ну, не кожу, шкуру, не суть. Так, ну в планах у меня сегодня еще пора идти. Собрал я ванну, мы еще откроем дискетку. Ну, там посмотрим. Так, сейчас он дособирает. Заедем к этим на вечеринку. Там уже новые обитатели, я побывал сегодня. Да мне его нахрен. Ну ты все забрал. Все, что нужно растущему организму. Так, ну вроде все, теперь едем туда. Вот, смотрите, тут громила, потом гнилась тень и ведьма. Типа поможем починить. Все отлично. Турельку мы починили. Да чтоб вас все любят. Так, и что ему надо? Ну надо. Это что странно, надо хранить по всем, что он производство. Чё тут за выстрел? Ага, не надо яру, да? Во-первых, давайте закинем сюда вот так, короче. Домашнее пиво. Остается алкоголь и все. Ну то есть мы потом сюда еще вернемся, да, алкоголь же. Здесь мы все сделаем. Так, ну мы пока домой. Дискетку они, конечно, засунули в самый ближний свет. И я в шок вообще. Ну ладно, что, побежали. Просто, блин, ну далековато. Еще громилу надо, слепого надо убить, порейдить. И еще сходить надо сюда, на этот праздник. В общем, я поражен. Ладно. Так, ну в принципе я теперь бы не отказался и от зараженного ящика. Объясню почему, потому что это ванна, это место. Чуть распрыгнулся, пойдем. Дурачок. Как уже? Так, я вижу ящик, он не заражен, я еще нашел собачку. Но это не хаска, конечно. Так, это щенок овчарки, да, мальчик? Да, что-то мне ни разу не попадался зараженный ящик. Ну, блин, мне бы хотелось это в ванне место, считай. Так, начинаем. А что за схему-то прочитал? Ладно, потом. 2C4, краску, пень, да? Да, противогаз тоже. Так, далее, что мы делаем? Забираем бобы, аптечки. Два оружия, целый скин. Я, наверное, даже его одену, потому что, ну, это мухана уже. Этот я оставлю здесь. Так, это получается калаш, дробовик и кольт. Микросхема, в общем, всего понемногу, все, что я заберу, да? Угу. Так-то я, наверное, пока больше... Ну, сейчас сбегаю. То есть, к рейду я готов. Да, пить мы, конечно, как всегда вовремя хотим, но, в принципе, и жрать, наверное, тоже хотим, да? Супер чоппер скидываем, 204 скидываем, пойдем заберем оставшееся. В принципе, наверное, заберу я все, ну как все относительно. Я заберу вот это, ключик и вот это все, ну можно и линзу. Все, сейчас еще оленю, чтоб не шасло, но у меня все супер.
Теперь, ну давайте на вечеринку эту поедем, что же делать. Зря я, наверное, приехал. Знаете, что я не подумал? Ну-ка, давайте заценим, как работает турель, которая начала. Отлично. Я не подумал о том, что места-то у меня нету. Сейчас же задание все равно выполню, да? Все заберу пойло. Я даже пойло положить некуда. Ё-моё. Давайте мясо съедим. Нужно даже вот так вот. А, ну, в принципе, целый, да? Отдаем лекарю. А может... Что-то там заслужили, ладно, не суть. И чё, и куда он? А, он по своим делам, понятно. Ладно, далее чё? Завершаем. Отлично, сегодня всё, забираю награду в ящике. Забираю. Гитара. Ох, энергетик сразу. Сапоги, шкура. Я в туалет захотел. Чувак, сапог забрызгал, поди. Нет, тебе все равно. Отлично. Да я понял, что ты мне 10 раз одно и то же. Мне надо все вот это забрать, в том-то и дело. Так, сейчас посмотрим, что там по чоперу у меня место. В принципе, еще одно есть, да? И это хорошо. Я даже не знаю, что буду девать. Блин, чопер надо это делать. Место надо, надо... Запчасти, так... Ну, можно гитару, да, забрать. Ну, можно сапоги, да, забрать. Ключик тогда сюда, шкура. Ну, шкура, шкура, и, короче. Пускай будет шкура, да? Ну, все, что, сейчас домой, и потом рейдить, ребята. Так, ребят, ну, в принципе, я готов, да, завершаем все задания. Окей, уже 42. Репутацию рейдеров 204. Топорики, ну, все как обычно. Пьем заранее, да? Едим заранее. Че, не захотел дальше. Взял глок, мачетка, разрушитель. Ну, винтики. 204, да? Все, че, все есть. Вперед. Покорять просторы рейдов. Так, база у нас сегодня называется Гера. Есть чопер, это уже хорошо. Мы его сразу утонем, посмотрим, что к чему. Бензин, ни хрена тут бензина, ребята. Вот это жесть. Оп. Мы, конечно же, отъедем. Бензина, бензина вообще там. Там просто сливать. Вот чуть не вышло. Полностью заправлен, полностью, да. Мы все сливаем, все 20 бутылок. Капец, у меня больше нет бутылок. Ладно. Так, чувак, бежим дом, наверное, надо поставить самолечение, да, что-то я не стал этого делать, да, спринт. Пикап же есть еще, чё, в котором ничего нету, да. Дом камень и дом большой. Мне непонятно, как все это, блин, тут я ничего не вижу, да. Кольев я пока тоже не вижу, все взрывать. Все взрывать вообще, то есть... Было бы, конечно, интересно, если бы это была просто, знаете, одна сплошная. То есть ты взорвал и все, и там все офигительно. Много ящиков. Так, вон там я вижу дерево. То есть надо где-то взорвать вот там вон, да? Ну давайте берем одну С4, нету колев, вот это печаль. Честно говоря, ну сейчас посмотрим. То есть входить мы будем где-то... Вот здесь. Так, отойдем. Сейчас. Ого. Хранилище, ребят. Вот там чисто одни хранилища. Тут я даже не знаю, мне кажется, нет его смысла туда, да? Там что? Ну-ка, давайте-ка еще вот сюда вот рубанем. Давай уже. Оп. Еще ящичек, да? Ну вот самое то, наверное, взрывать хранилище. Ну блин, тратить 204. Это жесть. Что-то у него тут база, смотрите, а здесь. Тоже какие-то постройки. Ну то есть. И здесь постройки. Тут я ящиков не наблюдаю. Вот там тоже что-то есть, там кирпич.
Все фигня, да? Ну, короче, надо идти за второй С4, да, и вон там хранилище взрывать и радоваться жизни. Заедем, наверное, прям туда на чопере, чё? Тише, 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 тише. Ну, не слезет опять. Ну, то есть, блин. Ему надо как-то, я даже не знаю, как надо. Нельзя выйти. Мне вот говорят, ставь чоппер. Это мне, чтобы поставить чоппер, надо сливать. Потому что я не могу поставить. Кстати, я могу уже вот так вот сделать. Правильно. Взять еще 16 бутылок. Сейчас вот здесь вот ломанем. Все, пойду пока солью. Все равно сейчас еще этих водить. Готовы, да? Давай перчатинку. Этого я и так добью. Да ладно, еще что-то. Ну, интересно, чё сейчас я. Я надеюсь, хранилища не пустые. Очень на это надеюсь, потому что я все-таки 204 потратил. У меня, конечно, есть еще дискетка. Но я же мог только через 12 часов активировать. Да и потом это же опять задание выполнять. Поэтому мы сейчас заценим. Да, там, смотрите, сколько ящиков. Бог ты мой. И все хранилища, все, блин, вообще. Ну давайте, что тут будет у нас 41 шум, я не знаю, получится ли их все вскрыть. Ох, ох. Блин, уже бегут опять, что вы чё, звери? Так, так, не хватало, чтобы вы меня подожали. Отлично. А, я же еще этот. О, ребята, это вообще. Неужто не стрел на рейде? Вообще просто. Ну это хорошо. Так, ну давай уже. Отлично. Блин, надо было одного оставить. Да? Ну ладно, сейчас посмотрим. Что тут у нас? У нас есть. Три глока, которых я заберу. У нас даже топоры тут есть. Нехило. Так, это надбитый глок. Тут. Ну, давайте пока еще посмотрим. Че, я никуда не тороплюсь, да? Ну, глоки это хорошо. Так, смотрим дальше. Что я видел в этом хранилище? В этом хранилище я видел колесо на чоппер для улучшения того самого байка. Мне кажется, они самоток колесико вот этого. То есть я его сейчас хлоп. Ну, можно было бы, конечно, этот болт забрать, но не знаю, пока возьмем. Это все надломанное, что весьма печально. Топорик, что вот так вот сделаем. Так, ну давайте следующее. Шум 49, да? Ого. Блин, ну тут вообще прям сверхбаза какая-то. Тут ресурсов прям полно. И все нужные, я вам скажу. Разломаем вот этот. Ого. Аптека, сколько. Еда, вода. Бензин можно забрать весь. Так, подкрепимся. Вода, да, аптеки заберем. Так, это вот сюда. Короче, я даже не знаю, я на такой базе еще не был. Так, что тут у нас есть интересного? Кожа, кожа сколько? Смотрите, спирт. Виски. Оп. О, начинает икать, прикольно. Хотелось бы еще огнестрел. О, броня.
микросхем. Тут, короче, надо будет сливаться по-любому. Вот они идут, кстати, да? Сейчас. Сейчас мы это все провернем. Одного оставим. Допустим, того же толстяка. Так, стоять. Пока я планировать не умирал, мне надо, чтобы они были вообще все. Ты один? Один. Сейчас мы тебя надобьем. Много. Вот 21, в принципе, нормально, да? Так, смотрим, что мы загрузили в чопе. Сейчас я еще подкреплюсь заодно. Где-то что, вчера два было, да? Мамы здесь. Да, вот. Жрачка. Подожди, подожди. Так. Там в чопере то, что я забираю по-любому, да? Вот так вот делаем. Это пока мы оставляем тут. Так, вот этот я вскрыл, да, катанку можно, кстати, забрать, микросхему. Так, ну и все, пускай у меня что-то добивает. Там я сейчас заберу то, что я хочу забрать. Да давай уже, ты что такой долгий? И готов. Это какая-то жесть. Где он? Иди сюда. Иначе все тебе нахерачим. Готов, да? Где мой труп? Так, ну это вообще это прям до ужаса, до боли. Так, ну короче, взять все, кроме вот этого. Там же есть нормальный скин, да? Вот. Сейчас я, короче... Так. То есть и тут есть еще скин, который можно, в принципе, забрать. Правильно. То есть мы сейчас аптеки. Нахрен мне мачетка. Мачетка мне уже не нужна. Тут есть разрушитель. И пока, наверное, все, да, сейчас мы будем вот так вот еще сделаем. Так, скин я тоже забираю домой. Ну, там сейчас посмотрим, что еще можно. То есть, я вспомнил, хотел же бензин еще забрать. Так, где мой чоппер? Скин я заберу. То есть, да, заберу, наверное, аптеки и постельно, да? То есть, все, уже какое-то количество того, чего мы забрали, есть. Там, в принципе, можно даже, знаете, как сделать это тут. Вода и дабл. Да, делать. Вода можно просто пить, не переставая. Оп. И потом пойти вот так вот, бензинчик. Да ты опять? Ну, ничего, на чужой базе можно прям под ящиком, чтобы он подошел. Думал, ё-моё, чем же так воняет. А тут жигой пахнет. Так, сейчас мы заберем остаток бензина. Ну, потому что бензин это расход топлива. Ну, я тут не так, что я много мы забрали. Пустые бутылки оставь себе. Так, пускай, ладно. А, ну, что, вот сюда откину. Одену я, наверное, там же еще есть костюм набитый. Потому что зомбари все равно подбегут. А ящики я еще не все поломал. Поэтому как бы. Так, тут у меня ничего нет, все отлично. То есть где? Вот он здесь, да? Броня. А что тут не хватает? Тут не хватает у нас шлема, ё-моё. Шлема. Ну возьмем вот этот. То есть я сейчас вот так вот чик и чтобы отбитый скин для начала. Так, пока все убираем, да? То, что надо, я уже посмотрел. Тут есть масло пружинки. Это мне пока все не надо. Так, на 10 пишут. Да, я в курсе. Сейчас они опять прибегут. Ё-моё, сколько тут кирок-то. Дай ему столько. Что-то я не вижу, чтобы они бежали. Ладно, надо доломать хранилище.
Так. Оп, еще блочатинка. Да? Все, больше ничего. Так, и по-моему. Да, еще одно я могу сломать. Еще колесо на чупе. Капец, ты какой-то это. Да зачем? Так, короче, я подумал, что надо уже переодевать. Тариться тем, чем я буду забирать сразу заранее. Потому что все равно что-то я буду забирать, да? Сейчас мы надобьем вот этот. Раз, два. Отлично. Инструмента нет. Так, я не знаю, можно взять немножко кожу, но, в принципе, даже, наверное, не кожа, а вот эта лисья херни. Так, что можно еще взять? Ну вот что, я сейчас все посмотрю, потому что прибежит дядя Громилка, да? Нам придется убегать отсюда. Можно взять. Это, блин, ну все надбитое, я не знаю. Самопал можно взять. Тут я даже не знаю, это всего настолько до хрена дома, что кошки можно взять, ладно, чуть-чуть, шуточку. Тебе надо еще разложить как-то, блин, вот так, потому что сейчас мы будем это все крушить, а вдруг там в ящике вообще море всего. Так, изолента мне не надо, то не надо. Ну, я не знаю. Ну, Кирок тут вообще, ну, это жесть, я говорю, я охренел. Можно взять 20 лампочек. Не знаю, правда, нужны они мне или нет. Так, а чупер-то мне хоть забит? Нет вообще, то я, может, сейчас это... Чупер-то у меня пустой, по-моему. Как бы я ушел, да? Или забит? Нет, забит. Сейчас подождем откат, ломаем, короче, и мне надо... Мне же все равно прибегут, а мне надо резко посмотреть и резко слинять. Так, а, хрен сломаем. Что тут есть? Дуб тут есть. Ну все. Оп. А другой раз. В принципе, подзатарился я неплохо. Броня, там ресурсы. Ресурсы такие-то хорошие, топовые, да? Микросхемка. Все, не свободны. Оружие, блоки, броня, то есть, ну, все то, что нужно. Дубчанка там, вот это вот вообще хорошо, то, что у меня теперь есть дубчик. Да, доски, правда, и так до хрена, но ничего страшного. Так, сейчас мы вызовем негодяев, рейдеров, посмотрим, что они нам предложат. Так, стопэ, вот так, все. Мне просто знать сами задания. Колеса там, ну вот ресурсы сами по себе, ну в принципе я считаю нормально затарился, достойно. Так, что вам не предлагаю? Блин, опять ведьмы. Огнестрел разобрать, три пушки, ведьму, потом говорят неплохо. Стая волков в одном из сосновых боров привез. Опять альфа волка искать, 20 железных пластин и я могу взять, чистить второй этаж, ну это вообще изи. Такие вот задания, будем их выполнять. Сколько, кстати, репутации? 45 уже. И это охренительно. Не 200, но все равно. Такой сегодня был рейд. В общем, неплохо. Плюс праздничек этот был, где я забрал. Завтра будет новый видос. Так что, ребят, подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, оставляем свои топовые комментарии. Вы были на канале Чекеймс, с вами был Жека. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, ребят, до скорой встречи.